Рекомендую вам канал, ребята, Игорь Фокс. На этом канале выходят, ребят, очень интересные видео, такие как топ-5 почтовиков для заработка в интернете, топ-5 игр для заработка, ну и различные, опять же, обзоры игр, все различных и много просто, опять же, видосиков. И если вы заинтересовались данным каналом, то переходите на него при помощи аннотации, либо ссылки в описании. Ну а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. So keep your love locked down, your love locked down. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы играем мажорную, мать его, золотую дуэль. И мажорную золотую дуэль мы можем играть только с аккаунтом, потому что он это все дело у нас, так сказать, организовывает уже второй раз. Кстати, поздоровайся. Всем привет, ребят. Вот, играть мы сегодня будем опять же, ну не опять же, короче, играть и кидать голды, опять же, будут по 3 штуки. И 2 раунда. Первая партия у нас уже пошла, поехала. Голдики, 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 голдики. Вы где будете, мои сладкие и обожаемые голдики? Черт возьми, 3 голда на карте, я проехал, еще ни одного не увидел. Я просто самый лучший. О, вот один есть, кстати. А, ну, так, а где второй? Не знаю. Ну, я даже не знаю. Блин, вот у меня такое прям ощущение жесткое складывается. И я не знаю, за каким мне больше всего смотреть. Но я буду, получается, за этим. А ты что, решил от меня уехать? Нет. Почему это нет? Так, один мне голдинг взял, отжал. Я понял. Нет, ракаун, ты не в ту сторону поехал, козел. Ты взял не в ту сторону. Ты что, меня запалил? А? Ох ты, блин, говнюк такой. Ладно, короче, ребята, счет пока... Ну, здесь вот даже, если честно, мне счет трудно держать. Короче, переходим к следующей карте. Следующая карта, ребята, это у нас аренка. Давай сбрасывай голда. Точнее, голды. Голды, 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 голды. А где вы будете, мои сладкие? Так, так, ага. А где еще один? А-а-а. Вот он у нас где, значит, да? Не надо! Нет, я не успею. Почему ты не успеешь? Да ладно тебе, аккаунтик. Да ладно, подумаешь. Не, голды еще не падают, мне кажется, ты успеешь прям вообще на изи. Прям вообще на изи за изи. Голдики, голдики. О. Да тихо, мать моя женщина, отец мой мужчина, ты чуть меня не снес. Ну, в этот раз я хотя бы 2 голдика отжал, а раккаунтик у нас один. Счет у нас какой? 3-3. О, 3-3 у нас счет, прикинь. 3-3, нормально. Нормально, ребята, и переходим к следующей битве. Следующая карта это у нас, ребята, Атра. Давай сбрасывай голды, сбрасывай голды. Так, ну окейшки. Голдецочки вы мои. Самые лучшие, обожаемые и вообще самые сладкие. Где же вы будете, мои? А? Не знаю, не знаю. Мне кажется, или ты знаешь? Прям что-то жопа чую, знаешь. Ну, давайте, голдецочечки. Мои дорогие, давайте вы поскорее. Во! Пошла жара, стало жарко. Как говорится. Ну тихо, тихо, я в полуминусе, сука, лежу. Вот просто, я не знаю, орех ван лав. Тебе повезло, что, блин, здесь 2 голоса сразу рядом лежало. Ну, ребят, пока счет, хер знает уже какой, вроде бы 6-5... Или нет, 6-4. И, короче, переходим на следующую. Ребята, и следующая карта это у нас Барда. Давай сбрасывай быренько по шурику. Прям все 3 голда, и мы их уже будем искать. О, да, детка. Просто детка, да. 3 золотых, так сказать, надписи. 3 золотых надписи. Ну, на самом деле, теперь они уже не золотые. Теперь они какие-то даже
Что ли, оранжевый, да? Какой это цвет? Я забыл, какой это цвет. Мать моя женщина, а? Стыдно должно быть. Я так понимаю, один голдик на мостике, да? Где я стою? Не, тебе кажется. А, ну да, я так и понял. Я тебе просто отвечаю. Оп, и за следующим поехали. Ну стой, ну перевернись, я тебя просто умоляю. Ну куда ты едешь, козел? Ах, ты говнюк такой, а. Вот, блин, я ж тут... Я просто от этого места взял, сука, и уехал. Нужно, короче, сперва все точки чекать, а потом уже выбирать самый, так сказать, насевый. Короче, ребята, переходим к следующей каточке. Ребята, и следующая карта, это у нас безумка, мать ее. Самая страшная, невероятная безумочка. Так, подожди, оп. Давай. Все, голдики, ребята, у нас, так сказать, поехали уже. Пошли, поехали, голдицочки мои сладкие. Так, я что-то только вот одну точку нашел, больше я точек не видел. Рили? Нет. В центре, а, вот на центре. Так, ну. Так, ну и что? Будем ждать? Да. Время шло. Голдики у нас не появлялись. Так, а мой голдик... А, мой голдик тоже летит. Мой тоже, что ли, летит? Да. Ну, давай, попробуем, так сказать. Вот, но... ребята, сейчас чисто везение. Чисто везение, где это... О, мне не повезло. Поздравляю тебя, аккаунт, со взятием золотого ящика. Конечно, Вадим, только вот... Это вот мне вот стопудово не повезло. И куда ехать? Я пока вообще не знаю. Ты увидишь? А ты... Ой! Да. Тихо, я все, я в минусе, можешь только набрать. Да? Да. Эль, ты меня начесываешь. А, нет, в натуре. О, да, наконец-то, ребята. Ну, хотя бы мне тут на безумке повезло с респом. Нет, хотя с респом мне нихера не повезло, так же, как и аккаунту абсолютно. Короче, ребята, переходим на следующую карту. Впереди еще целых 6 карточек, так что продолжим. Ребята, и следующая карта, это у нас Барда. Ой, не Барда, а Берлин. Давай, аккаунт, сбрасывай золотые ящики. Фух, ну и тут, ребята, чисто везуха, так сказать, пруха. Кому повезет, тот их все и найдет. Но что-то мне пока не шибко везет. Поэтому я так не сильно буду обольщаться. Так что, вот такие вот, ребят, дела. Ну и где эти сраные голды? Не знаю, на мосту, на центральном нету, я не знаю, где они. На середине, может? А, ну, Вайдер, вот 100%, только на середине. Ух ты. Стоп, а где еще? Ну, Вадим, ну зачем? Что? Ну, ладно, ладно, бери, бери. Ой, я поеду за другим. Ну, ладно, едь. А я за другим поеду. Оп. А где он? Я потерял еще один золотой ящик. Где он падает, сука? Ну, по-моему, он уже упал. Я знаю. Вот он, все, я его нашел. Да, детка. Да, ребята. Ожидал, в принципе, здесь тоже уже голдики. Если честно, ребята, вот мы с аккаунтом уже сбились со счета, так что кому не лень, обязательно посчитайте и напишите вот число, сколько я взял, сколько аккаунт в комментариях. Нам будет прям очень сильно интересно посмотреть. Ну, потому что мы в натуре уже что-то сбились их считать. Так что сейчас перейдем на следующую карту и там... Ребята, продолжим. И карта у нас Бобрусь. Давай сбрасывай золотые ящики. Да, детка. Все, погнали, так сказать, поехали, ребята. Их искать. Фух, мне нужно по-любому опять тут два голдика отжать. Прям инфа сотка. Да, аккаунт? Только одну точку нашел. Где ты нашел? Там, на маленьком мостике. Кстати, на маленьком мостике. Мостике. Мостике, точка? Да. На маленьком мостике. Я 3 голда скинул? Или 2? Я не знаю, слушай. Я вроде 3 скинул. Точно? Точно.
Тихо-тихо-тихо! Сука! Чуть-чуть это не успел. Просто взял и чуть-чуть не успел. Но сильно я, так сказать, переборщил и сюда поехал. Не нужно было сюда ехать, я как бы знал уже здесь точку, но, в принципе, да ладно. Короче, ребята, сейчас еще обязательно перейдем на следующую карту, там продолжим. И впереди вроде у нас, если мне не изменяет память, еще 3 или 2 карты. Так что сейчас подключимся. Карта, ребята, у нас бойня. Офигенская просто карта. Она мне, если честно, нравится. Давай, сбрасывай голды. Вот, но не нравится она мне, ребят, своими текстурами опасными. В натуре текстуры у нее просто такие невероятные и непостижимые, и просто вообще головокружительные, что иногда аж хочется выйти из этой карты и не играть здесь больше никогда. Ну да ладно. Так, а где еще голд? Ты тоже, да, 2 прочекал, 2 нашел, а еще один. А, вот он еще один. Ракан, дратути. А вы что сюда пришли? За голдами, что ли? А, ракан. Ну тихо, вот я развыделывался, сука. Взял и сам развыделывался, и, короче, в итоге всего один гол забрал. Ну ладно, хер с ним. Короче, ребята, сейчас еще перейдем на следующую карту, и там обязательно продолжим. Ребята, карта у нас Брест, давай сбрасывай голды. О, голды. Как я люблю голды. Только не люблю вас искать. В натуре, искать от голды, это прям вообще не мое. Ну, голдецочки, где вы, мои хорошие? Я вас умоляю, появитесь. Я только одну на центре нашел. Я так же самое, кстати говоря. Че, здесь что ли? Нету. Тихо. Ты меня не лечи и не води рукой. Я уже как большой. Но я прям как рак. Да, ракаунтик? Мой, стопудово мой. Ну тихо. Тихо, не бери. Ну я тебе хотел такую плюшку просто показать. Офигенскую, ты просто офигел. Короче, ребята, впереди у нас вроде как бы еще последняя карта. Или нет? Или предпоследняя? Сбился. Не знаю, может быть, ну, еще 2 даже. Вроде бы последняя, короче. Сейчас посчитаем мы это все, конечно, выясним. И ребята, продолж... есть последняя карта. Это у нас будущая. Давай, ракаунтик, сбрасывай золотые ящики. И мы их сейчас будем искать. Золотые ящички. Где вы будете, мои сладкие? Обожаемые всеми любимые ящички. Так. Ну. И... Шо? Раккаунт, дратуйте. Что вы это делаете? Дратуйте, Вадим. Нет. Не надо меня было скидывать. И чё, почему тебе не надо? Ты бы, хочешь сказать, не нашел этот голдик? Нет, не нашел. Ну зачем? Так, стоп, а где третий? Ты меня не лечи и не води рукой. Я уже как большой. И, сука, сам все знаю. Ночью со мной давай. Где он? Ну подожди, но я же его увидел. Это мой, все, дай его мне. По-братски. Ты, сука, такая. Так, ладно, короче, ребята, вот такая у нас получилась мажорная золотая дуэль, ну и даже и без счета, в общем-то, понятно, что я в ней опять-таки проиграл. Вот, что-то не люблю, когда очень много голдов падает, ну, точнее, я это люблю, конечно, но не соображает моя головушка, куда ехать, за кем, за каким голдом, так сказать. И, в общем-то, с вами был Вайдер и Ракаунт, всем пока-пока! Всем пока, ребята!